А где люк? Где люк? Где люк? Где люк? Флаг какой-то. Вот он, люк с этой стороны. Это зеркальное отражение. Давай, заходи в люк. А ты какого цвета? Розовый. Ну нафиг это задание? Я валю! Ребята, нет! Ты же сказал, 10 секунд есть. Красный! О-оу. РВ, беги! Живи! РВ, живи! Алиш, какой режим будем играть сегодня? Давай поиграем в режим самурай. Это как? Достаешь меч и всех рубишь. Хряк, киа, киа, киа. Слушай, что-то мне эта идея очень, не очень нравится. Давай другую. Ну тогда давай в радугу. О, в радугу? Давай. Друзья, у нас сегодня новый режим. Радуга. Мы сегодня играем в два вида Among Us. Первый в Роблоксе. А второй... классический. И все время будет радуга. Теперь правила. А какие правила? Ты можешь мне сказать? Да. Предатель, он сначала показывает то, что он предатель. А потом предатель убивает по цветам радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Да. У тебя красный цвет. Да. Значит, тебя мочить будут первой. Да. Ну ладно. Посмотрим, что будет. Хорошие денечки. С каналом. Папа. И дочки. Алиша, а почему ты переоделась? Не хочу быть первой. Ясно. Ребята, поехали. Поехали, сейчас мы посмотрим, кто предатель. Два предателя будут охотиться. Но они могут охотиться только хорошо, по цветам. Хорошо, что я самая последняя. Давайте посмотрим, кто предатель. Фиолетовый предатель и... и желтый. Банан. Подождите, а что за банан? А что это у нас за зелено-желтая дуча? Непонятно, это зеленый или желтый? Это больше всего желтого, значит желтый. Нет, так не пойдет. Это какая-то мутная, мутный человечек. Его можно замочить первым. Он типа красный. Все, бежим, бежим. Мне нечего бежать, я самая последняя. Кстати, я в безопасности, вы ничего мне... Красный. Каждый охотник оранжевый. Желает желтый. За зеленым пускай охотятся. О, красный же есть. Красный? Да. Красного замочили уже при мне. Вот он лежит, смотри. Вот это красный, по-твоему. О. Да, все, красного нету. А предатели пускай охотятся вместе, для того, чтобы они не разбегались, чтобы знали, какой. Во, оранжевый бегает, Битер. Тебя ищут. Беги, прячься. Ай! Ой, ой-ой-ой, Гренни накосячила, они проиграли в радугу, она меня замочила, ребята, они сегодня проиграли. Следующий уровень? Да. Давай. Жаль, но вы проиграли. Ариша у нас предатель. Да. И кто еще у нас? И Битер. Смотрите, оранжевый и розовый. РВ, красный, мотай, мотай. Первый вы пока красный. Его не можете убивать, не можете. Все, мотай, 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 беги. Рыба-карась, игра началась. Можете охотиться. Это, Ариша и Битер, вы должны вместе бегать. Все. О, ребята, надо выполнить задание, пока эти две радужные охотницы ищут. А что это Битер с тобой отдельно пошла? Странно. Я смогу один. Вам надо красного замочить. Как замочишь красного, говорите. Окей. Я первое задание сделал. Ребятки, мы сейчас всех победим. Потом Тейди будет на очереди. Так, 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 так. Иду в правую сторону. Вон там что-то мигает. Надо срочно. Че, уже красного замочили? Нет. Фух. Рве, живи как можно дольше. Так, Юс. А, я тебя не боюсь. Ты не имеешь права меня трогать. Это потому что режим радуги. Где я нахожусь? О. Вот так вот, так вот. Все, я помчался. В ту сторону, посмотрим по карте. Я сейчас там прохожу до конца, потом налево. Хорошо. Надеюсь, красный все еще живет. Надеюсь, они не могут его поймать. Битер и Ариша. Но его еще и не нашли. Не нашли, отлично. Отлично, не находите его. Выполняем все задания. О, ребятки, да мы сейчас легко победим их в радугу. Ой, все, вы сейчас продуете. Классно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть. О, смотри, сколько заданий выполнено. Красный! О-оу. РВ, беги! Живи! РВ, живи!
Так, это что такое? Прицел? Есть! Я выполнил еще одно задание, и у меня осталось всего несколько заданий. О, ура! Что? Убили его! О, а теперь оранжевый, оранжевый, берегись! Желтый! Потому что оранжевый это битер. А, желтый, берегись! Ха-ха-ха-ха-ха! Желает знать. Потом зеленый, зеленый, ты следующий, берегись! Это страшное дело! Так, 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 у меня одно задание. А тут два зеленых. У обоих зеленых можно будет мочить. О, я сканируюсь, я типа... Все, ребятки, у меня сканирование идет. Все в порядке. Папа, дочки сейчас тут сканируются. Есть! Итак, папа, дочки, выполнил все задания. Пойду смотреть, как они охотятся. Да вон оранжевый бегает спокойно. А, это же битер. Желтый, а где желтый? Битер что-то бегает. Эй! О, она на меня смотрит, ребята, она бежит на меня смотрит. Скоро мир не Это очень выиграть. Подозрительно. Зеленый, пока берегись. Хотя, не знаю, желтый вообще есть? Красный лежит. Эх, РВ, мне так тебя жаль. Эх, 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 эх. Скорбим, ведь сегодня мы потеряли светильник. Осталось задание совсем немножко выполнить. Нет. Не может. Я бегаю по кругу. Не может, не могут найти, не могут. Гренни фиолетовый вообще. Алиса, приветик. А вообще, желтого-то, наверное, нету. Да? Желтого нету, и надо будет сейчас охотиться на зеленого, наверное. Да, желтого нету. Охотимся на зеленого! Это кто? Это кто? Ой! Кто? Стой, 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 стой! Желтый есть! Есть желтый! Где? Вот, есть! Все, охотитесь на желтого! Это мы свои, желтая, мы свои. Рядом с нами убийц нет, не переживай. Переживает такая, нет, кто-то из вас. По-любому убийца. Гренни нормально, Гренни своя. Мы свои, мы с тобой хоть... Нет! Мы чем-то победили, ребят. Просто в Роблоксе... Все задания выполнили. Да? Да. А, ясно. Ну что, теперь переходим в классический Among Us. И, ребята, мы переоделись и даже назвали себя цветами. И вот у нас пришел красный, пока еще который не красный. Смотрите, зеленый, оранжевый, розовый. Розовая. Да. Это я. Синий, желтый, фиолетовый и красный уже был. И поехали. Да. Папа, смотри, я рядом с другим столом появился. А где люк? Где люк? Где люк? Ох, какой-то. Вот он, люк с этой стороны. Это зеркальное отражение. Давай, заходи в люк. Кто убийца? Заходи в люк. Предатель, заходи в люк. Оранжевый. Все, разбегаемся. Только по радугам. Блин, это так неудобно. Мне нормально, мне нравится. Я пока бессмертный, мне никто ничего не сделает. Ребята, что-то изменилось. Здесь зеркальное отражение. Теперь все не так, как раньше было. Каждый охотник желает знать. Я третий на очереди. Если меня мочить, буду третьим. А меня последний. Ты хитрая вообще, да? Я розовая, потому что... Где я нахожусь? Ребят, я даже не знаю, где я нахожусь. Почему я все на карте? А, вот. Еще одно задание здесь. Вот здесь. О, у меня много в электричестве заданий. Стой, а кто был убийца? Какого цвета? Оранжевый. Оранжевый. Хорошо. Каждый охотник... Же. О, так я, получается, красный, желтый, и потом я третий на очереди. Красный, надеюсь, ты еще жив. Красный уже не жив. Красного уже нет? Ага. Оранжевый. Я... Что, желтого уже тоже замочили? Да? Зеленый. Он прям подошел ко мне и нагло меня стрельнул. Смотри, желтый, вот он лежит, красный лежит. Знать где? Голубой и голубого нету. Синий, берегись, синий. Твоя очередь. Ребята, следим за предателем. Так, я бы хотел... Синий, нет! Синего нету. Оранжевый вообще злостный убийца по радуге. Смотри, он всех мочит. Фиолетовый. Фиолетовый. Базан. Я через фиолетового. Фиолетовый, а у нас фиолетовый вообще есть? Но дело в том, что фиолетового последнего замочат, и он победит уже. Я последний. Фиолетовый, да. Ой, а это розовое. Ой, предатель. Он что, меня убил? Он убил тебя. Так не по правилам. Сейчас посмотрим, фиолетовый-то есть у нас, нету? Ребят, ну что, получилось, что у нас сегодня радужный убийца проиграл, потому что он увидел розовую, обрадовался и замочил ее. А должен был вот этого фиолетового замочить. Да.
победили игроки. Давай 5 и еще один уровень. Да. 3, 2, 1. Ариша у нас охотница. Ребята, да, розовый охотник. Какие есть? Можно... Оранжевый, ты первый. Почему? Красный, оранжевый. Ну подожди, пускай он уйдет. Оранжевый, беги, ты первый. Потом желтый, зеленый. Оранжевый, беги. Папа, отойди. Беги, оранжевый, беги. Нету оранжевого. Желтый, берегись. Так, у меня все задания вон там. Все вон там вниз, 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 вниз. Потом надо будет потом... Почему все зеркально? Я... Не понимаю. Чё, уже замочила? Хорошо. Так, за кем ты сейчас охотишься, получается? За жёлтым. Жёлтый, берегись, пожалуйста, плиз, живи. Так, 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 тынц. Ещё раз, тынц. Жёлтого убила. Тынц. Каждый охотник желает знать. Нет! Ребята, я не могу, я волнуюсь так сильно, что не могу задание выполнить. Ты не бойся, у меня 10 секунд, еще 7. А ты какого цвета? Розовый. Ну нафиг это задание, я валю! Ребята, нет! Ты же сказал, 10 секунд есть. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Так, каждый охотник желает знать, где голубой. Голубой! Беги, беги, голубой. Ой, я уже вижу его. Мы так... Блин, он убежал. Отлично, 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 я пока все... Что? Голубой, каждый охотник желает знать, где сидит. Ты его что, поймала уже, что ли? Да. А, синий, беги! Синий, беги! Я выполняю задание. Призраки, давайте выполним задание. Спасем. Спасем весь мир от завоеваний этой радужной убийцы. Так, 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 так. Ой, призракам легко выполнять задание. Просто бежишь на стрелочке. Я... Розовая убийца всех замочила. Че, еще один уровень, что ли? Да. Радуга, поехали. Я последняя. И охотник, папа! Папа, посмотри, меня нету. Каждый... Я в коридоре появилась. Я тебя все равно потом найду. Каждый охотник. Красный, оранжевый, оранжевого нет, желтенький. Желтый, фиолетовый боишься? А я убийца. Голубенький боишься? Ха-ха-ха. Желтенький, иди ко мне. Плиз, желтенький. Желтенький, ты где? Желтенький. Желтенького не вижу почему-то. Так, желтенький. Желтенький. Стой, 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 стой. Столько заданий уже выполнено. Ха-ха-ха. Желтый, 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 желтый. Так, а, вот, 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 чикс. Отлично, вот так вот, бамс. И все, что ли? Нет, так неинтересно. Давай, 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 помчались сюда. Ой, сколько заданий уже выполнено. Ага! А, ты розовая. Желтый, 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 желтый. Сюда, туда, сюда. Ё-моё. Не вижу. Желтый, желтый, желтый. Ты где, желтый? Ты где прячешься? Желтенький, иди сюда. Ага. Фиолетовый, не тот. Ты вообще видела желтого? Нет. А желтый... Желтый вообще в игре нет? Я не могу сказать, где он. А, ты его видела, да? Ага. Все. Главное, что он есть. Я думал, может, он из игры вылетел, я зря ищу желтого. Так-т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 ак. Половина заданий выполнена, и я, папа, самый неудачный радужный охотник. Еще никого не поймал. Так, желтый, голубой. Голубой, желтый, 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 желтый. Желтый, приветик! Тыш, есть! Каждый желает желтый знать, я зеленый. Где? Голубой! Приветик! Приветик! Тебе осталось жить 12 секунд. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Желтый, я тебя! 5, ой, голубой, я 4, тебя спасу! 3, 2, 1! Это что за глюк был? Так нечестно! Так, догоняем, догоняем, догоняем. Голубой, голубой, голубой. Где? Синий, синий, привет. Синий, 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 синий. Я последнее задание, давайте, выполняйте. Синий, синий, сидит. И потом ты. Фиолетовых же нету? Нету фиолетового? Есть. Нет фиолетового, по-моему, ты осталась, нет? Ой, смотрите, как синий боится. Как синий боится. Ой, я не могу убить, потому что... Есть! Фиолетовый, держись, тебе осталось жить 18 секунд. Ха-ха-ха. Папа охотник, радужный охотник. Папа зеленый радужный охотник. Привет, фиолетовый. 8, 7, 6. Через 5 секунд он погибнет. 4,
три, два, один и килд! Мне последнее задание оставалось сила, а я не спасла. Ребят, мы сегодня играли в режим, который называется... Радуга. И я победил, Ариша победила, кто-то победил. Короче, игроки не победили, по-моему... Ни разу, да? Хотя в Роблоксе вроде победили. Да. Если вы хотите, чтобы мы еще поиграли в какой-то режим, напишите в комментариях, подпишитесь на канал, поставьте лайк. А вы сегодня были на канале? Папа и дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Аришка. Хорошие денечки. С каналом Папа и дочки. Всем пока.